Добрый вечер вам, уважаемое сообщество Хон СНГ. С вами ФРГ, Старсик и, конечно же, Кобрусус, ребят. Добрый вечер всем. Всем привет. В общем, врываемся мы с вами в Silver Division, и это, как ни странно, первая игра третьего цикла, и встречается у нас сейчас команда Корм, играющая за Легион, против команды Рейс, играющая за Хеллборн. Ну, как всегда, ребят, я проверяю стрим, а вы все тут рассказываете. Кстати, новости расскажите. Я Старсик 2. Состав Корма изменился. То есть Хелперец, Мистер Чаус, ой, дети, Дарк Геймер и Мистер Глюк. В принципе, Мистер Чаус перешел. Точно не помню, какой раньше, но Мистер Чаус играл в ТДУ в Лине. Сейчас пришел к ним. И Дарк Геймер, по-моему, тоже не было его. Тоже пришел. Ну и команда такая довольно новая, Рейс. Точнее, она была, но состав полностью изменился. Сейчас психа покажет. Психа, панда. Как это считается, ник? Несос. Ну, все поняли. Сергеич и психо. Психа и психо. Называй его пацан из Дорнов. Да. Белый. Или голубой. Ну и что, в бан отправились Офелия, Паразит, Кутулу Фанты и Свифтблейд. Нас забанили таких довольно активных, сильных лесников, которые могут пойти в чужой лес. Также и хардлайнеры. Ну, Свифт, в принципе, универсальный такой, что и кэрри, и лес, и хардуха, это неплохо. Ну, Свифта всегда first бана. Если у тебя только, конечно, нет ферст-пика. Так, ну давайте, я к вам вернулся. Там все. Ты уходил, да? Да, там все в порядке. Мы даже не заметили. Неудивительно. Что Старс что-то не заметил. Я Старс 2. Да, ты велик. Ну, не знаю, изменит кормы своей традиции игры, не изменит. Вот с приходом новых игроков. Сейчас посмотрим. Я отойду на секунд 40. Отходи. 90%, наверное, что игра будет такая же, какая была у них. Но сейчас будет видно. Итак, пикается у нас Puppet Master, кстати, сейчас уже кормами. Явно будет керрищи. Приличное время я его не видел. Puppet Master еще может быть все-таки дабл мид, как вариант. Может то быть, но сейчас показывают флаксы. В голде флаксы, такое ребята. Практиковалось, и на инте практикуется. Ну, а ты не видел на инте? Вот я помню, одно время было, ставили инженеры и Puppet Master, вот ставил свои подтяжки Puppet Master, и туда турелька инженер заливал. Такая имба была. Вообще нерушимая просто линия. Ну да, можно представить. Сейчас говорю, что можно, в принципе. Два рейнджа, во-первых, то, что харасить будет хорошо. Что на миде. Да, и комбо-вомбо такое приличное. Да. Получалось. Вообще, хотелось бы сейчас увидеть что-нибудь, конечно, новое. Вот команда Рейс только-только ворвалась вообще в Silver Division, до этого ее здесь не было. Свежая кровь, она так была, сказать. Она была на первом цикле? Ну, на первом. И там состав на первом состав полностью другой был. Да, состав был совсем другой. Ну, там был главное, там был Псича? Нет, по-моему. Или был? Там был Психо, был. Точно. Психо был, да? Да, что вот точно? Псича непонятно, был, не был. Мы с ними... А, по-моему, еще я суппорт был. ПЛЦ и еще кто-то. Я суппорт, который выц? Я суппорт, по-моему, он свой, у него своя команда. Он в ИЦА. Не, на первом цикле, он, по-моему, с ними был, а потом уже они типа развалились там. Ну, у Психа, наверное, забомбило. Ладно, давайте дальше обратно в игре. Пикается фараон на хардлайн. Тоже довольно редкое явление, но зато очень-очень интересное. Вообще будет инициация дичайшая. Да, бешеный инициатор. Я хочу посмотреть на берсерка. От муми ничего не спасешься. Ни шанка не поможет, ничего. Просто закрывает тебя в отдельной комнате. Хочешь посмотреть на берсерка? Да. Кстати, единственный вариант, вообще, единственная игра, когда я видел берсерка, это он как раз был именно у кормов. Но они его не раскачали до нужного состояния. Так как такое, можно сказать, против не нас, по-моему. Против нас они играли, по-моему, или нет? А. По-моему, да. Ну тогда понятно.
У вас не было случайно Салфориса? Нет, был Драконис. Странно. Да, не было, кстати. Был дракон, который пропушил снизу два таура буквально минуты на за 10. Кто на нем играл, угадайте? Кабрусус, кто еще? Прям в цель. Поёнил. Что-то долго думаю. Ну да, приличное времени, кстати, псича тратит вообще на пики. Ну, советуется, наверное, с командой все-таки. Как правильно. Ну, сейчас вот смотрю на команду пока что хеллборновский пик, такой же грозный. Довольно-таки грозный. Ну пик. Да, это сильный дабл мид через Пеблса и инженера. В принципе, Пеблс тоже уже довольно отошел так от популярности своей. Не, ну персонаж, конечно, сильный. Вот сейчас просто теоретически скинуть, вот уже при наформлении ПК Пеблс разорвет вот того же Паппета, это тоже рапсо просто в щи. Да, это тоже инициация хорошая, то есть проказ давать и забирать кого-нибудь. Ну, почему-то еще и Легион не хочет Флакса банить, но, наверное, сейчас они его сразу заберут, потому что давать под инженера Флакса, наверное, не станут. Ну, если бы хотели, они бы забрали, мне кажется, уже сразу. То есть была возможность последним пиком, третьим пиком забрать The Hellborn Флакса. Но не забрали, значит, не нужно он им. Такие странноватые вообще разнобойные баны идут, и дампиры, и ралли, и мидеры, и суисайдеры, и керри, всех просто банят. Конкретно кого-то именно цельно нет такого. Вот обычно посмотришь, или закрывает лесников, или конкретно нацеленных мидеров. Ну, чаще всего, конечно, керри заблочат тут этими шестью банами последующими. С возвращением. Я никуда не уходил. А как же 40 секунд? Что ты подавился? В смысле? 40 секунд уже давно прошли, я уже говорил. Да? Мы как-то не заметили. Ты спросил у меня, кто играл на Драконисе, я ответил. Да ладно, мы шутим. Да ладно, что? Вот момент истины, будет лес, не будет леса сейчас у кормов. Да, по идее, должен быть. Папкет соло может выстоять. В принципе, неплохо. Ну, с фараоном пикать еще темпеста. Это, конечно, сомнительно. Папет не надамажит столько. Не, вот, по идее, неплохо. Фараон кого там перекрывает, все, и там темпест крутит. Не, ну вот если была бы какая-нибудь Мунка или Форсакен Арчер же, или тот же КД за место Папета, это, конечно, было бы очень сильно. Вот так, стандарт Солтис решили в зажим фараона просто ультовать Солтис ультой и всех убивать. Сейчас, мне кажется, парла будет. Вот в прошлый раз мы, кстати, на фаскапе 704 наблюдали за командой Рейс, и вот этот Сергеич просто так божит на парле. Я не понаслышке знаю, это один из его любимых персонажей. Как бы он все время у нас тоже играл в основном на перле. В то время она еще только вышла. Практически вот он любитель перлы. Нет, это мортир, кстати. Ну, это тоже Сергеевич любит мортира. Вот у нас у него вот. Он просил 3 или 4 героя, вот, когда был в нашей команде. У него был кинезис, перла, мортир и гемини, по-моему. Ну вот сейчас, если, кстати, пикнут берзеркера, как просил Старс, то под мортиром он будет неубиваемый. Реально будет очень сильно. Но если, конечно, еще пикнут. Так, вряд ли они пикнут. Забанили. Так, хотят еще чипера взять. В принципе, тоже неплохо, ну, под фараона водят чипер. Нужно усиливать им. Ну, не знаю, как. Но чипера... Чипер не простоит против пэбосса с инженером. Я бы только разбавил бы урон физическим. Каким-нибудь, может, тортом. Ну, ребята, решили бабблсом. Им нужен был соло мид. Не, ну Баблс, конечно, сильно, это и соло мид, и подвяжет, если что, там, может забайтить на себя. Чтобы никто никуда не делся. А может и фараон на мид пойдет? Ну, фараон, наверное, посложнее будет против инженера. Нет, нет, наоборот, легче. То есть он видит, если Пеблс кидает стан, он, если успевает заюзать вторую стан. Да, то есть въезд не получится. А вот Баблса и кавера не хватит, чтобы задержать полностью. Кстати, стан. Вот, пикает себе Мунк Вину, кстати, команда Рейс. Тоже Мунк стала возвращаться. Ну, это с Голд Дизиона, конечно, пришло. Команда Мека начала прям активно внедрять Мунку.
Ну, очень сильный. Ну, есть, да, потенциал фарма. То есть довольно костыльный доминатор, и все, он за любые стаки забирает. А как того раз геометрами пушит. Да, то есть он полбазы тоже наносит сразу же. Ну, конечно, был один период, когда Мунка была супер популярна, а потом ей подрезали вот со спидух. Бегать стало медленнее она. Крылышки подрезали. Но тем не менее, все равно спида выше среднего. Ну да, теперь все равно 310. Сильный остался. Как бы 300 средняя, то есть 310, в принципе, еще нормально. Ну, наверное, рассчитываю, что Мунка будет стоять против, ну, там, с портиром, против Фараона. Должна фрифармить в любом случае. По привычке выделяю курьера в Control 2. Ну, это не наша игра, кстати. Стрим, 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 стрим. Так, ну Рапса с папи там пойдет вниз, само собой Баблс. Все-таки мид и Фараон на хард. Все-таки, мне кажется, лучше поставить было наоборот. Ну, это кстати, же... волт паузы даже нету, вот, ребят. Интересно. Мне кажется, тем более, если Мистер Хаус играет на Баблс. Сейчас на фидит опять. Мистер Хаус. Против дабл этой. Не, у Баблса просто нету шансов. Даже у того же Чиппера и то больше было шансов, чем у Баблса. Ну, Баблс, ну, левела 2-3 простоит, а там поглядим, что получится. Да, ну, буквально все, получается 3-4 уровень, все. Какой аватар у папи-то? Что там? Давно не видел. Черноножка. Ну, это нормальный аватар, кстати. Ну, он прикольный, но, по-моему, тычка не очень. Маленький клевой. Блин, ну что ты... Не, интересно, папе как-то встал в кустах, кого он там опасается. Тем временем Эдмон уже вард поставил. Отвод закрыл. Да. Сложно будет, этот вард без курицы не найдут. Там, мне кажется, он его, наверное, искать не будет. Эти варды как такого рапсы с собой нет. Бля, Легион решил не получить пол. Охлборно. Мне кажется, лучше бы Мэдман не ставил туда вард и оставлял. Закрыл пул. Лучше закрыл бы пул просто. Вот просто его мортир будет стакать и получать бешеные фармы. Нет, вот на. Мне кажется, Мэдману наоборот надо было ставить вард, как бы, чтобы вижен давалось, а кто там наверху? А Фараона на пул. Кстати, это вот уже въехали, Фараона уже... въезжает. Да, очень мортир харастит. Очень больно. Кстати, его. Кстати, ребят, не обсуждали, в общем, чей вы одобряете пик? На какой ставите ставки? Ну, есть лес, в принципе, у Легиона, что Хелбурна нету. То есть по XP должны выезжать. А если будет... Ну, Мэдмана трудно будет забирать. Вот и пауза. Нету. Да, Сергеевич вылетел. А, ой, Мунка вылетела. Точно, точно. Дарк. Практически. Это Гарена. Не знаю, мне как я как-то все-таки верю в пик команды Легиона. Больше он мне нравится. Ну, на самом деле, вот мне лично сложновато отдать предпочтение, оба пика классные. Ну, сейчас зависит будет, конечно, от лайн-фазы, то есть кто что выформит. Ну, как по мне, много будет зависеть от левелов, именно для Легиона, чтобы быстрее начинать давить. И не затягивать игру до лейта. Ну тут на харде у Хеллборн сложно Мэдман будет стоять. Подойдет, привяжет. Плюс Рапса сильно гоняет. Ну Фараону тоже, так-то тоже нелегко. Ну там мортиры и Мунка. Наверное, шпигует тоже добро. Ну, в принципе, в лите и Легион неплох, так что Солтис тоже выходит. Да. А Папит может и ваншотать Мунку, не дать даже боковой поражать. Ну, в общем, очень сложные пики, так реально тяжело сказать. Ну вот, так, если не будут сейчас гангать и мид, то явно Пэббл сделает ранее ПК, и тогда уже у Легиона действительно начнутся проблемы. С этим ПК он просто не даст Папиту фармиться.
Пока неплохо, кстати, позиционирует Баблс. Лидер по урону. О, зря он что, Сэф так тратит. Тем более даже не качает тейкавер. Но... Знал бы об этом инженер, можно было бы просто его уже наказать за такие. 4 скилла, просто в 4 скилла заехать. Ну, инженер этого не знает. И... Поэтому опасается пока. Не, интересный, конечно, такой тактический ход от мистера Чалоса. Просто прокачал второй скилл и... Ну, он может он, вот смотри, вот он сейчас тыкается с Баблс, ой, да, инженер с Баблсом, оп, увернулся. Ой, турелька тоже умер. Можно было убить. Ну, нет. Нет. А чё у него в КД был шелсер, чё? Нет, он поздно почему-то все это сделал. И он не давал-то раньше там же. Отходил, можно было убить. А убить, конечно, мог. Изи мог убить. Ну это явно был бы для рейсов провал, если бы сейчас инженер умер. Нет, ну вот сейчас он неплохо нахарасил их обоих. Почему он не хочет влетать? 38% урона у Баблса. Реально серьезно. Забирает рефрешку. А на боте... Он их тут забрал, да? Тут, кстати, Мэдмана тоже сейчас практически работы устраивает в его сторону. Сейчас Мунку гоняет фараон, довольно хорошо гоняет. Ну, кстати, Мэдман почему-то 4-го левела. Как-то. Ну, экспу получает, да. Как-то он хорошо ее получает. Ну, или тоже баночка летит. Да, как-то он хорошо больно уж получает экспу, папе-то всего 6 динаев. Кстати, он и фармит неплохо. 170 гпм у него есть. И вот уже реально ботл пришел. Как-то папит провально динает просто. Ну, в принципе, с фараоном они так более-менее одинаково. И Рапсай ничего не делает. Ну, сейчас фараон, кстати, вот вышел. Мортир с леса сейчас будет красить. Рапсай настакала трипл... А, красненький. Большой кемп. Угу. Да-да. Ну, видишь, она так и есть, не стала снимать вард. Ай, фараона там почти... отжарили. Нет, но у него еще стихилы хватает, пока что будет стоять. Сейчас может на руне стычка произойти. Фараона с инженером. И опять руна на боте. Че, Мэдман там, да, забрал? Хоста. Опасно для саппорта, опасно. Но так, если будет продолжаться сейчас, если так и Мэдман дальше будет брать экспириенс, то Рапса будет умирать. Рапса просто там не контролирует, шаг не руны, влево, не шаг вправо, и Рапса будет отлетать. Да, я вообще не понял, что делал вообще на этом лайне Рапса, она ни руну не помогает, она только большой кем стакает и все. Ну вот смотри, сейчас, кстати, может, Рапса тоже пошла в лес, и здесь и Мэдман. Ну, сейчас нашел трипл стака. Не, ну Солтис уже сообщили, выходит Солтис с леса. Да, там вард, то есть он прям по варду пробежал. Пытается гангать. Ну, сейчас посмотрим, что получилось. Баблс еще серф отдал. Ну, да. Солтис тут попадает, кстати, турелькой по обоим. И Пебас по обоим, ну, должны забирать. Фараон убил Кейна, вот. Ух. Конечно, вовремя подошел тут сейчас мортир. Ой, там добил у нас Баблса, ну и Солтис, конечно, тоже умирает. Ну, мортир сейчас, как бы оставил... Сейчас, по-моему, Рапса может отъехать. Мортир оставил своего кэрри, и фараон, не задумываясь, влетел в него, взяв... А, он, наверное, без ульты даже убил. Пятого уровня убил, да, он замахсил. Hellfire. Него замахшил. Да, Hellfire и все. И... Просто Мунка даже не может коснуть свой стан. Под его микростаны. Это слишком долгий каст. Ну, затыкал с руки, чё ж. Ну, в принципе, не растерялся, пацан. Ну, как бы ФБ забрала команда Легиона, и кэрри как стоял, так и стоит фармит, а они бегали вчетвером. Да, сейчас. Ну, тем не менее, в принципе, по такому началу видно, что рейзы поагрессивнее настроены на игру. Опасно сейчас для мортира, очень опасно. Очень опасно. Будет зажимать, должен зажимать. Да, никто даже не. Ну, мана на ульту не хватает. Да, а там и так убьет. И никто даже не пошел помогать своему дружище. Нет, либо ни у кого тинок нету. Пыбус убежать, это столько фарма терять, и то не факт, что он спасет. А вот теперь обратите внимание, у фараона на харде 275 гпм. Ну, это за счет ФБ. Это за счет двух фрагов. Мартин. Вот, опять приходит. Ой. Ой, Баблс, конечно, тейк дал, но все равно до урона прошел. Разгон.
хорошая турелька была сейчас, но... Ух, сейчас уже Пеблоса могут забрать. Нет, не достанет. Нет, не заберут. Не достался. Не попадет. Такие размены непонятные. То есть Мэдлан бегает так как-то в открытую. Мэдлан, кстати, не хочет Паппета стоять вот против Паппета. Да, Паппета бы мешал лучше. Там, глядишь, бы и Рапсу бы убивал. И не уходит опять СМИ, да, они опять хотят зайти еще раз. Он Рапсу хотят убить. Сейчас Рапса явно умрет. Должны умрет. Хорошая инициация от фараона. Отлично. Сейчас заберут у нас инженера. Ну, Солтис, давай. Есть. Оп. Отъехал. Да, Мартир хорошо подхилил. А, Паппет тэпнулся на мид и ничего не сделал, да? Да, я побежал обратно фармить. Потратил время. Он пытался помочь своим тиммейтам. Это бред. Ну, кстати, Паппет пушит линию, он явно сейчас минуте 10 в таком темпе сломает. Ну, в принципе, 300 почти есть у Паппета, у Мунки, ну, практически такой же ГПМ. То есть, если бы не было смерти, то... Ну, хорошо смотрится, что большой ГПМ у Пеблса. Хочется ранее вот, пока. Это не особо большой ГПМ, то есть для такого лайна 2 в 1, ну, 300. С этим не поспоришь, конечно. Вот. 37 крипчиков он убил всего лишь. Так же, как Мунка. Стоящая. Считай, два лайна стояли, которые должны были, в принципе, на фрифарме и так. Кстати, мало немного фарпи. Непонятно сейчас. Мартир пытается и на миде помочь, и как бы нужно или Сайму стакать. Сейчас у нас тут. Хорошо, Бабос. Хороший ульта от Бабос. Ой, как инженер, там не затаймил. И попал все-таки в стан от ульты. Ну что, будут убивать Мэдмена-то, нет? Мэдман испугался, убежал. Да, фараон уже подошел с стеночки. Не убьет, явно не убьет. Рапса там. Наелась деревьями. Деревьями. Хотя была ТП-шка, можно было и тыпнуться. Если уж так испугался. А, он, по-моему, только что привез ТП-шку. Не, такая странноватая игра, какой-то мидвар получается, и прям так все скиллами сбрасывается, не боясь вообще. Ну, 4 на 4 мидварса, кэрри стоят на лайнах. И фармят. Да, Мэдмана ГПМ падает. И опыта вот, ну, 6-го уже очень давно. Да, жалко, конечно, Мэдман так хорошо начал. Ой, тавер-то динает. Могут задинаить. Всё. Ну, будут во всяком случае пытаться. Нет. Но зато может сейчас умереть Паппет, да, и скорее всего, наверное, умрет. Сейчас второй скилл и тычка, и убьют. И Мартир застилит. Давай, Мартир. Ах. Нет. Не получилось Мартира. Не то, что стилит, надо было убивать, потому что он мог тыпнуться. Да, не раздумывал его убить. Тут. Кстати, сейчас видно было, что он успевает. У нас тут фараон сверху. В спорных ситуациях всегда лучше действовать наверняка. Даже там ульту не пожалеть или добить. Вы видели сейчас, как Бабус с серфом ушел от Кеги? О, этот фараон, ну. Есть ульта, есть зажим. Ой. Какой пэблс! Ну, да. Ультует Солтис, хорошо. Пэблс все равно убьет, как бы пэблс хорош не был, но пэблс все равно умер. Как-то Бабблс что-то, мне кажется, не доигрывает. И вот 10-я минута, преимущество 1500 за командой Корм. Это вообще какие-то понты просто. Ты про что? Преимущество. Ну, есть небольшое преимущество, есть, в принципе. Есть, как есть. Но тут больше решает преимущество. Вот фараон опять хорошо обошел, и все, и Мартира должен умереть. Да могут еще сейчас. Нет, ой как он отхилился. Hellfire не прошел по Мартиру, когда он кастовал ульт. Да, и он полностью отхилялся, еще и выжил. Да уж. Лол, конечно. Да, что получилось. Не видели пока, кстати, в действии Мунку. Уже вот она почти спушена с Таур. Сейчас спадет. Паппет себе купил маску смерти. Решил купить сразу же трубу. Ранний низ явно хочет. Почему бы не дособирать доминатор тогда, а потом уже начать собирать инвиз. И в лесу... Или сразу бы прям... Или сразу инвиз. Зачем? Прямо, чтобы гангать. Часть одной вещи, а потом начинаешь другую собирать. С ранним инвизом можно не просто гангать, а можно ваншотить.
просто с Элиза убивать. Ну, да, что спокойно можно было Мунку забирать. Есть, есть кукла у него. Ну, привязываем Эдмона, убивайте, чё? Кстати, должны сейчас попытаться. Что-то... Нет, что-то, не что-то они странное делают все. Порошок есть у Солтиса, да, но... Это не поможет там. Сейчас, ТП. Как-то странно играет этот Паппет и Бабблс. Мы немного запасивничали сейчас, ребята. Не, Бабблс довольно неплохо еще отстоял свой мид. То есть но... почти 200 ГПМ. Нет, я говорю, что он не умирал, скиллы не почему-то не дает вовремя. Смотрите, вначале, да, два варда в одном месте. Новое суперпопулярное место. Ну и сейчас вот как бы, когда с Пеблсом дрались, когда фараон его закрылась... Ох, хороший ультат фараона, но по-моему сейчас фараон умрет. Да. Нет, смотри, Пеблс. Попал кека, да, хорошая кека, должны убирать. Не туда побежал фараон. Хороший ультат Солтиса. По троим. Но... Продолжение никого не последовало. Да, конечно, да. Сильно, очень сильно хилит. Не туда побежал сейчас Хэл Перец, он же видел, что их там четверо. Зачем он начал возвращаться через свое ХГ, убежал бы туда? Ну, растерялся, пацан. С Бабблсом. Опять. На хосте. Смотри, сейчас будет пытаться Мэдман загангать рапсу. Нет, он ломает вард. Варды надо ломать быстрее. Да, потому что рапсы напряг с деньгами, то есть ботинка нету. Рапсы, конечно, вообще, сам не знаю, огромный. Ну, напряг вообще ничего нету. Один тотемчик. Хеллборн играет через два саппорта. Ну, как бы саппорт, семисаппорт. Кстати, равновесие сейчас уже в сторону Хеллборна сместилось. У Легиона один саппорт, поэтому да, полторы сложно. Тысячи. И по XP, кстати, это... тоже. Ну вот, Пеблс сейчас буквально этих крипов добьет, и вот уже есть на ПК у него деньги. Сейчас будет развязка. Все, ПК. Есть. Интересно, да. А будет Пеблс, нет, инженера закидывать вперед? Ну, тогда бы он не покупал ПК. Ну как, его кинуть и следом за ним прыгнуть? Так там и так кинул его, тут ульту поставил, все. Да, это, конечно, сильно будет. Как-то вяло разбито сейчас смотрится Легион. Этот бедный рапса не знает просто, куда уже ей пойти. И тут в лесу что-то пытается, и вот сейчас наверх пойдет вард ставить. Кстати. Солстис тоже не может дофармить себе все никак. Но... В принципе, и гангл, и все, а ГПМ 250. Да, да. Не очень. Маловато. А Рапсе сейчас ульта очень нужна. Вот, нужно прям кратчайшие сроки. И... Да, Грейф Локет Бабл себе приобретает. Прям в крипах в наглую поставил вард на миди инженер. Не стесняясь, как бы это. А, не надо стесняться. Да, да, да. Ну что, получит Рапса свою экспулечку-то на шестой. Кстати, Мэдвин более-менее сейчас стал фармиться. Ей как бы очень необходим просто шестой. Давай. Да, 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 есть ульта, но если, конечно, Рапса плохо запозиционирует, на Пэбл все-таки надо будет ее первым делом доносить. Не и так хотят они провести 5 на 5 файт, но тут на варде всех видели уже, скорее всего. Замаскировались. Без палева вообще. И все стоят. Давайте постоим, чё. А Мунка спокойно фармит. Мэдман спокойно на боте тоже разогнал 360. Сейчас Мунка будет хорошо фармиться. Есть у него уже доминатор. Стаков только нету. А, ну у тебя инши, да? Ох ты, Бабл зачем-то цепанул мортира. И туда даже загнался Солтис, и улетел еще и фараон. Ой-ой-ой. Хорошо, хорошо. Да, дамага, конечно, приличное количество, но смотри, как хилится. Долго-долго лежу. Долго жил. О, фараон, свети, убивай. Без маны. Ну, нет, инженер сейчас умрет. Да. Сейчас просто стан и тыкает, должен отлежать. А, промахнулся. Правильно, он кегу дал. Вообще, зафейлил этот замес сейчас Пеблс. Не, ну просто сейчас нахрапом взяла команда Легиона и просто нахрапом убила Хеллборна. Нет, ты видел, да? Солстис разбежался уже, как бы, и Пеблс прыгнул под его стан. Пеблс, конечно, велик. И его как бы быстро-быстро. Чух-чух-чух. Все. Ну, не знаю, как нужно было, конечно, поаккуратнее команде Рейс сейчас себя вести. И как бы знали они, что там все команды, и как бы знали, что хотят они подраться.
Бабл зацепил одного мортира на своем ХГ. Чё? Ну, Бабблсу на самом деле, наверное, нужно было контр-инициировать, просто задние ряды вырезать, там, кто знает, шел. Да-да-да, кто последний бежал-то. Нужно, он смело мог бы завалить его. Кстати, Инсанитариус уже есть на Солтисе. Такой сейчас... Полезли спасать этого мортира и... Сколько их? Трое упало, да? Трое. Мунка даже не тэпнулась. Ну, это правильно. Да нет, можно было. Чё, зачем эти холопы? В принципе, можно было, там без крипов... Ульта на 2 и крипов не было. Да, и крипов никого не было, там в лесу ждали. Двоих бы можно было забрать. Там двоих не двоих, но она бы по всем бы надамажила бы прилично. Да, конечно, можно было там. Там, глядишь, бы уже бежали не из инженера, а наоборот, уже от инженера бы все бежали. Как инвиз у Паппета. Там Паппет ничего, по-моему, не дал. Как бы, да, Паппет. Кстати, а почему инженер ульту не дал? Вот вопрос. Даже не видел. Тоже я так и не понял. А ведь мог же, видать, дал турельку Кегу, а почему ульту не поставил? Может, маны не было. Ну, не знаю. Он на отходе, когда за ним еще Солти сбежал, турельку-то Кегу-то кинул. Еще раз, да, кинул. И там оставалось вроде маны. Ну, это можешь спросить у него. Странная ситуация. Топор прилетел и улетел. Просто вся линия... Кстати, обратите внимание, вот просто по КД стакается инши у кормов. Вот уже опять Паппет пошел фармить их. Ну, да, там у Рейзов вот тяжко. У Рейзов тоже стаки у иншей что-то. Но они его ни разу не забирали. Вот. Кормы уже второй раз забирают. Мунка решил сразу шанкин без фаербренда. Ну как, фарм потенциал, конечно, она потеряет, но файтится. Ну, да, хороший деф айтем. Угу. Ей просто необходим шанкин хэд, потому что там практически все магия. Контроль от Паппета большой слишком. Паппету бы тоже не помешал шранкин. Ну да, тут тоже не поспоришь. Тут, в принципе, просто смотришь на весь пик команду Хеллборна, ну все мэджик. Именно все мэджик урон. Там дело не мэджик, не мэджик. Станы всегда опасны. В стане ничего нельзя сделать. Да. И в ульте инженера, кстати, тоже. Ну, если только тебя мортир не засейвит. Не, мортир хорошо играет. Этот противный героишка. Он, кстати, больше всех жил. Ну, там отхиливается вообще, конечно. Кстати, под Шанкой он же не хилит, по-моему. Если Шанку проюзает на себя Мунквин, он же ее не захиляет. Не могу точно сказать. Нет. Разве захиливает? В принципе, сейчас увидим. Я говорю, не захиляет. Теперь готовы к файту, вот Мунка вышла на мид. Пятером пытается да, пушить. Да, есть у нее шанкинхэт, и она им светит, мол, видите, у меня есть шанкинхэт. Фарон входит, купил шаблон Хендрес. Не, ну Легион тоже везде, вот опасно, если сейчас мортир заходит. Да, ой, какой, что сейчас делает Пэбблс? Мажет, хорошая ульта от Рапсити, тут же ее, кстати, Мунка закрыла. Пошла ульта. Хорошо сейчас дамажит Хеллборн. Паппет, не спасает Паппета. Паппет выжил. Как Фарон промазал? Как Фарон промазал ультой? Да, ну, там на пару сантиметров не попал, кстати. Хороший сейчас ультает инженера. И Хеллборн, конечно, сейчас хорошо дал файт. Сломал одну мумию. Потом другую. Сломал вторую мумию, не прошел. Все. Это, конечно... Получился, да, замес 4 в ноль. Не, ну, конечно, сейчас Рейзен контролирует ситуацию, именно выгнали из-под Таура всю команду Легиона, чтобы не было крипов, и Мунка так продамажила. Бабблс не ультанул, Фарон промазал. Паппет не ультанул. Попса ультовала, в принципе, там, Мунка как тоже могла, ее хорошо. Сбила. Бабблс ультовал. Да, ультовал. Да, кулдаун, извиняюсь. Ну, там, по-моему, одного Пэбблса подвязала. Он что-то любит одного подвязывать. В прошлый раз мортира одного. Серьезный сейчас именно вклад такой решающий. Ну да, вот пошла забирать трипл стак. О, Рапса. Ну сейчас у него после трипл стака уже ближе к 500 она подойдет. И так. Все печально смотрится сейчас для Легиона. Опять. Там, конечно, 16-й получат, и уже очень неприятнейшая будет ульта. Сколько там, кстати, лучей после нерфа? 7 лучей. Не, ульту-то не трогали, по-моему. 7 по 300. 200.
Вот если соберешь стафов, мастер тоже будет с 7 до 8 повыситься лучи. Ага, вот, на да, целый один луч. Не, ну там на самом деле больше этот мастер разрешает то, что КД сократится. Да, это не разрешает, честно. Можешь собрать домашний итем. Можно драться, файт за файтом. За 4200 это практически бабочка. Или иллюзия. Или Линка, или Геометра. Линка это. Не, ну мы просто не обсуждали же никакой арт лучше, а что став вообще даст. Летает от ботинок уже второй раз к мунке, а ложить некуда. Сейчас могут быть проблемы у мунки. Не, она уже знает об этом ТП. Уже валит. А Баблс опять почему-то какой-то уперся в лес и бежал. Я не понял, может. Кстати, Пеблс на ДД есть на Пеблсе Бульварк, еще их остав в банке. Сейчас очень грозный Пеблс. Знаю, вот, он конечно, еще и хосту проезжал, две руны на нем сейчас висит. А пытается шлез зайти. Что он задумал? Этот хитрый. Да, бабл кого-то убить заметил. Задумал. Да, вскрывается на баблсе и просто разрывает его. Да, там без шансов. Да-да. Там сверху такая тыка по ДД зашла. Че, сейчас соус-то может? Че соус хочет подраться с ним? Не станет, я думаю, нет смысла на хосту бежать. Он что-то бегает как-то странно. Ну да, растерянный легион, но уже все больше и больше. Все в антивардах просто. Патрик хотел зайти. Кстати, у Мунки уже 17 левел, и как бы не мешало бы еще раз пофатиться. Фаербрента не будет. У Мунки почти 500 гп, у папи-то 330. Тарсик так заманчиво прям зевает, аж спать хочется. А, я, извините. Это я, по-моему, заразил вначале. Ага. Папит опять не дособирает доминатор, выходит на БКБ. Ну, БКБ кипит просто ему. Он драться не имеет возможности. Но легиону нужно сейчас и оттягивать файт. Ни в коем случае 5-5 не драться, пока не нафармится папит свой шанкинхед, да и уже доминатор. Ну нет, он хорошо, кстати, забайтил двоих и ставит куклу. И убивают двоих. На всякий случай. Я просто думал, что если типы потянутся с команды, чтобы сразу перекрыть. Кстати, идол барьер есть уже на фараоне, и в принципе сейчас полегче будет. Легион. Не взял папить ни одного кила с этого замеса. Печально. Ну куклу полностью раздамажили, но не судьба, значит. И получил только одного ассиста. Да, а но это его своим таким скиллом не задел двоих? Нет. Так, странно, как так он должен был, по идее, с крита. Да, задеть обоих. Хотя, наверное, критовая тычка в куклу пролетела, а потом уже забрали они. Вот незадача. С пятерочки. В принципе, неплохо пофайтились в легион. Да. Фараон хорошо закрыл двоих. Любая драка в ноль, это всегда хорошо. Да, потому что фараон хорошо закрыл двоих, то есть там... И Т1 нету на миде, чтобы даже тиммы там тэпаться, спасать. Да как так-то? Да, блин. Кама проигрывает Джейке. Не видать тебе 500 серебра. 50. А, 50. Я уже... Такая потеря. Я в первых двух играх поставил на Кэтсов, они проиграли. Сейчас я поставил на Камов, они проигрывают. 150. Советуйтесь всегда со мной и ставьте на противоположную команду. Да, заходите в стрим, смотрите, что скажет Старс вам. Для кого же он поставил? Там не сильное преимущество, еще есть шансы. Не, по-моему, шансов нет, с учетом того, что Старс на них поставил. Кстати, ласки нету в каму. Только... Да-да-да, там нули. Ну, нули да явно никто не будет играть, ну, слишком хорошо играет. Ну, вчера играли просто с камами, как раз да, с Крима. Лично мое мнение, что нули там сейчас лучший мидер вообще на СНГ. Просто ласка. Может, ласка просто заменял. У нас другая игра. Нет, просто ласка. Это Багабондом тут инши стакается. Нули-то был в обсерверах, в зрителях. Смотрите, у нас тут у инженера проблемы, будет Пеблс что-нибудь делать. Подошел тоже Мортир, сейчас должен захилить, въезжает Пеблс, закидывает туда. Ой, выживает опять этот Мортир. Хороший ультат Солтиса. Наконец-то умер, ну. Умирает и инженер. Что там, Пеблс конечно сильно продамажил, но... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, как же долго все-таки жил Солтис. Это не Санитариус. Ну, это и что? Он же жил? Он пережил всю ульту Мунквин один.
там у него мистер Плэсмент. Да, шанс просто необходим, Пабета, он не может проводить файты. Ну, Пэбл сейчас, конечно, все хорошо сделал. У Мэдмана есть БКБ тоже уже. Уже как бы вообще ништяк им. Баширок какой-нибудь соберет и все. Контроль будет бешеный. Иди под БКБ. Вот Мунка пошла забирать энчентов. Только сейчас, кстати, 500 она взяла. После этого файта. Ну, да, Папит почти 400 взял. Да, есть геометра, это, конечно. Папит, есть БКБ. Пуш потенциал большой. И пуш, и демедж поднимает, и... Как вы думаете, что соберет фараон? Икону или став? Явно, наверное, став. Да нет, икону, наверное, уже не будет. Не нужна. Потому что возвратка ему нужна была. Ну, возврат, противный арт. На фараоне очень противный арт. Особенно если... Деваться некуда, когда перекрывают его. Ну, там и бить его когда перекрывают, там еще... И бежать не будешь. Нет, даже если он бить не будет, подойдет Папит и просто заставит. Это дело. Заставить бить фараона. Безвыходная, конечно, получится ситуация. Опять проблема у инженера. Просто разрывает инженера. Опять Баблс убивает. Скоро у Баблса ПК. А может он на Хекс будет уходить? Ой. И Пеблс тоже, конечно, молодец. О, хорошая ульта от Солтиса. Чуть-чуть до Мэдмана не достала. Сейчас Пеблс на развороте прыгнет. Ну, Мэдмен-то дел-то делает. Но сейчас, по-моему, Мэдмен умрет. Подходит на Папита. А что делал Рапса там? Мэдмен же забрали. Там вроде никто не умирал. В кого она ультовала? Решила на себя внимание привлечь. Ну что, бродяга лидер. Кстати, сейчас еще и у нас умрет Маркир. Еще Маркир отдался. Да, все вообще печально. Ой, вот, эта леточка. И вообще отлично. Ульта. Ну, сейчас еще и Пэблс умрет, поставила куклу Puppet Master. Ну там жирный. Должен Пэблс догонять его. Забрать. Да, Пэблс должен забрать его. Где шестерка? Там 19-я Мунка тыкается с Папита. Все-таки. Нет, все-таки суждена была умереть. Мунка тут пытается раскрасить всех. Или сейчас фараон еще и приберет. Нет, фараон там уже Баблс, они, видишь, они все приходят по очереди с ней трассы. Что сейчас происходит? Просто в течение на целых двух минут. Там сначала, короче, я смотрел в этом замесе, Папит стоял и тыкался с Мункой один на один. Сейчас умрет Мунка. Да, задаю, далеко ушла. Папит, 21 хп. Так вот, продолжение истории. Мунка тыкалась с Папитом. Хотя Мунка была 19-го, а Папит был 15-го. Они дрались, когда у Папита осталось 150 хп, он заюзал БКБ и ушел в инвиз. Может, мискликнул, бывает. От перепугу, чтобы не умереть. Нет, он заюзал БКБ, ударил и потом ушел в инвиз. О, это вообще серьезно. Скорее всего, он боялся, что она даст ему Мунбим. А мне, по-моему, он, наверное, перепутал. Он, видимо, хотел с инвиза муштыку дать. Да все не так вышло. Ну смотри, сравняли сейчас команды, кстати. Перевеса нет ни, как таковой, ни у кого. У Хелборна такие варды готовятся, может быть, к Конгуру. Ну да, и, кстати, вот как у Мунки геометры появились, тоже подумал, что должны уже идти скоро забирать его. Ну и как таковой даже просто заманить сюда команду Легиона выгодно. Так, Вот, кстати, обратка есть. Есть обратка на фараоне. Услышал Хелберец. Для чего был-то Глэкстоун? Ну, для того, чтобы увеличить мана-бычок. Здесь вообще у кормов такая, вся команда такая. То Папит не пойми, что собирает, все арты всякие разнобойные берет. Вот и фараон Папит решил не выделяться. Папит дособирал наконец-то доминатор. Который начал еще тогда. Да, понимаю, сейчас Легион, что дело к Конгуру близится. Пропали все с карты. Ну, сейчас пока трипл стак будет забирать иншей. Что, сейчас можно Пэблса забрать. Солс купил себе, да, что-то? Кстати, да, вот команда нет. Отрезана, в принципе. Есть, влет, хороший влет. Ну, он там Пэблс. Один. Зачем? Кстати, тут уже нет, Папит подходит. Папит подошел, ну. Есть обратка, есть кукла, должен умирать Пэблс. Ну еще тыкву. О, какой плотный, а. Ой, этот мартир. Божественен. Но он не захилил Пэблса почему-то. Сейчас будет преследовать Puppet Master, а это хромоножка пытается удрать. Не-не, на нем даст нету. А почему? Кстати, мартир
Чё делал Мартир? Он кого захилил? Сейчас проблема у Куина. Да, хороший ульта от Рапсоди. Ну подойди ты, может, подойди ты, папит Крапси. Если ульта в обратку, ну уже. Какая нет. Живучая Мунквин. Нет, нет. Ну, а там вышка. Закалите вы ее уже. Да не могут. Есть, ой, ой, вышка, да. Вышка помогла. Сейчас умрет, по-моему, папит. Нет, не умрет папит. Мастер. Нет, нет, нет. Солтис помог, хорошо. Бабблс очень хорошо сейчас сделал, он залетел и боже, не растерявшись. Боже, какая игра, что сейчас происходит? Просто в разнобой бегает по всей карте друг за другом. А Пэбблс выжил или выкупился? Нет, Пэбблс не выжил, папит мастер куклы его убил. Нет, нет, выжил, нет, выжил, выжил, выжил. Там же выжил. И он не пошел дальше даже драться. Я что хотел спросить, Пэбблса не захилили, почему-то у него как было 100 хп, так и осталось. Нет, там просто его дамажили. Он выжил, нет, 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 он выжил за счет крыльев. То ли Мартир. Шранкенхед не идет хил. В принципе, так я и думал, что не будет. А при чем тут Шранкенхед? Он был под Шанхой. Он под Шанхой. У Пэбблса нет Шранкенхеда. Нет? Нет, нет, нет. Ну тогда не знаю, просто нет других вариантов. Ну, есть. Нет, крылья. Конечно. Там просто Мартир почти умер. Нет, от этих, от этой ульты. Не-не-не, Мартир был фул хпшный. Так это потом он заультил. Он после боя заультил в живого в самого и отхилился до этого. То есть он как бы решил себя отхилить, да? А у него было 100 хп, а у него либо умирать, либо. А он что, в замес пришел? Почему? Он повесил крылья на Пэбблса. Ну это я видел, да, крылья на Пэбблса. Да. Впитал весь дамаг. Весь дамаг в него перешел, и после он захилился. Там всего лишь 50%. Ну 50%. То ли у Пэбблса 2000, то ли у него 1000, грубо говоря. Сейчас он купил еще барасер там. Угу. И все, получается, вот он там почти штуку потратил. Кстати, Хеллборн спорт закрыли. Потому что моментально через куклу зайдет. Ну, засейвил он очень классно. Да, выжили. Но дальше полезли без них и отдались. Ну, у Легиона сейчас опять преимущество, там, мизерное, но оно есть. Что-то мне подскажет, что если в таком темпе будет возражаться, то, может, и час будет играть, а то и больше, глядишь. Ну да, опять эти качели. Туда-сюда, туда-сюда, экспа, голба. Ну, это хорошо, на самом деле, равные команды играют. В принципе, и пики, как таковой, равные. Да, что Мэдман может... Вот появилось показать на Пеблсе. Тоже Солтис может... Солнце тоже шанку дофармить или он дофармил да, уже? Да, если фараона хорошо собрать, в принципе, фараон. Он дофармил уже, ему кстати, прилетит фараон шанка. Фараон влетел в Пэбблса в одиночку. Вообще не пойми, зачем он это сделал. Сейчас, по-моему, у него будут беды. Фараон как-то странно вообще начал в последнее время залетать. Нет, ладно, тогда папит. Тут уже подошел папит мастер, отдал контроль по инженеру, инженер умирает. Не поставь. О, хорошая ульта от Рапсодки. И смерть. Но сейчас еще, фараон... по-моему, фараона догонит Мэдман, должен догонять его в любом случае. Давай, догоняй! Пэбблс хотел, видели, разорвать. Ой, Бабблс хотел разорвать. Только сейчас из-за непонятного влета фараона отдались. Да. А, сейчас, по-моему, сейчас Солсис умрет. Так, а теперь уже будет качели в сторону Хеллборна. Сейчас. Ну, там осталось немножко игру будет. Да, и будет перевес на 2000. Да, нет, да. Как бы еще Бабблс не забыл. Фараон что-то совсем, ну как бы, ну видно же было, что как тиммейтов рядом нет, зачем было влетать-то? Может, почувствовал. Хотя в прошлый раз, когда он конечно, влетел, попал, он хорошо попал там. Дистанция нормальная была, но в одиночку как бы это лишнее. А, Мэдман почти уже бруталайзер. Ну-ка, вот только сейчас геометрик. Сейчас Мунка еще и таун заберет, смотри, как дамажит. Если он еще будет собирать бруталайзер, что-то другое будет. Пошли, как быстро падают бараки. Да, бараки просто махом сносит. Да. Заберут бараки. Ну, один явно заберут. Мунка добьет его. Есть. Конечно. Вот теперь качели вообще вот, сильно вот спустились. Благодаря ошибке фараона потеряли просто лайн. Могут еще и Конгара на отходе еще попытаться забить. Еще и наумирали. Ну сейчас Легион идет следом. Вот, может сейчас папит зацепит Мартира краешком. Папит что вообще стал стоит. Не шевелится. Нету рядом команды. Опасно было. Опасно. Ну, у Кормов, конечно, с мобилизацией беды. Постоянно то фараон один, то вот папит один. Сложновато им с этим. Как покупает бабочку. Сейчас это уже будет. Ну все, это просто сейчас уже не с маджика, не с лизухи ее не пробьешь. И сейчас такая будет так спида. Ну почему папит собирает же МКБ? Сложно ее будет убить как-никак.
Ну не почти МКГ, победа. Еще один топор остался. Молот. Интересно, какой арт будет следующий? Сатаник на Мунке? Да. Кстати, не двигается по ГПМу, ни Мунка, ни Папит, в принципе, так и висят. Подтянулся вот, что очень сильно, кстати, Мэдман. Не, ну с таким фармом, конечно, Легион и должен был просесть, как бы у Двалейта, у Хоборнов получше фармить, чем Двалейта у Легиона. Бабл скоро будет с Хиксом. Да, Бруталайзер, все на Мэдмане, то есть... включает БКБ, прицепляется к какому-нибудь Папиту и... Сейчас Конгара заберут. Его. Да, ничего не сделаешь. Легион видит. Сейчас, по-моему, Солтиса... Въезжает Солтиса. Прожимает он Шанкинхед. Баш. Это баш. Привязывает. Баш. Ой, кап шла. Да, все, да. Минус Рапса. Рапсу сразу, он шотнули просто. Правда, минус ульта у Мунки сейчас. Минус ульта у Мунки. Заберут Солтиса. Солтис, ну, как-то слишком по тем ход пошел. А где Фараон сейчас-то со своей ультой? Да, вот сейчас Фараон. Фараон снизу фармил. Боже мой. Кстати, Хикса есть на Баблсе. Но как-то поздновато. Мид доломают. Сейчас Конгара на точно заберут. Ну, да, Конгара заберут спокойно. А, их не забрать. Еще и Т2 снизу тоже приберут. Да, может Т2 и Конгара. Ну, может Т2 и попробовать подпушить еще лайн. У Мунки сейчас нет ульты, нет БКБ еще. Сколько-то? 25 секунд. Ну, у Легиона нет ульты. Если они сейчас пойдут на Т3, ну, Рапсодия сейчас встанет, у нее есть ульта. Ну там вообще за Рапсодия. Ох, смотри, как больно Мунка дамажит своего Мэдмана. Вообще пол ХП ему схавала. Вот-вот. Вон крылья на Мунке. Да, есть, да, кстати, да. Хекс, сейчас Мунка умрет. Все, он умирает. И Пэблса догонит, нет, не догонит Пэблса. Пулеметчик это. Ну, давай Бэблс. Сделай что-то. Почти у него откатилось, тут уже, кстати, Мэдман. Ой, там два замедления, просто. Просто пацан есть. Он как космонавты по Луне гулял. В невесомости. Бэблс откатился. Ну, не туда, да, не туда Папит завер. Сейчас еще на развороте убьют кого-нибудь. Не надо Баблс фармить, я не понимаю, зачем на Баблс Папит фармить? Не знаю, бедный Баблс, а. Ну, он как бы посмотрел туда. Посмотрел на вниз. Качели продолжают качаться, как бы не было. Нет, качели уже нет. Все равно покачивается. Как было преимущество за Хиллборном, так и осталось. Ну, я имею в виду, файт-то более-менее навязали. Вообще Легион мог сейчас намного лучше сыграть, вот то, что тормознулся Папит, вот это печаль. А Баблс в одиночку считай шел и... Фараон мог закрыть нескольких человек, че он испугался-то? Есть один КБ. А, ну хотя он, наверное, это, не привык влетать, когда команда рядом. Больше привычен стиль Рэмбо. Когда ты один. Один, ворвался! Дело в том, что Рэмбо один всех убивал. А потом, где команда? С этим проблематично. Тим! Ребят, а я тут влетел. А ты где? На том конце карты? Да, а когда вот он нужен был? Зря вот они полезли, конечно, на хайграунд. Без Шанкина, без всего. Да. Можно было Т2 забрать и Конгара уйти. Они довольно быстро его раздамажили. А, тем более, вообще не было ни вижена, ничего. Фараон может опасно. Только залететь. Не надо. Ну, дождись желательно свою ему команду. Дождаться всех. И Солтис, если туда раскастует, это будет, конечно, болезненно. Ой. Хорош, давай, ну зажимай же! Хорош ульта, это Мунку забрали. Ой, отличный ульта от Рапсоди. Рапсоди все сразу же на Рапсоди переключились. Пытается Папе дамажить, должен умереть Мэдмен. Ну же! Нет, его же не видно. Не видно, да. Вот. Бабл. Веревку только видно. Баш прошел. А, промазал серфом. Ну не беги за ним, помоги команде. Разрывать всех. Нет, уже пошел. Да. Переключился Баблс, и это правильно. Все, забрали. Есть. И это, наверное, минус Конгар может будет. Там нет, у него хп 3000, нет, нужно добивать ребятам. Нет, им нечем.
Да есть чем. Как, есть отхил у Солтиса, есть отхил у... Солтис спокойно может бить, а Паппет отхилится. Да, и Паппет МКБ, там отличный. Купил Дастон. Папус, да, все правильно. А байбек от Пеблса? Ой, сейчас они умрут. Нет, нет. Все, спели. Спели. Сейчас смысла уже влетать нету. Ну все, получается, Пеблс и байбек потратил. И ничего не сделал. Ничего не сделал. Качели, говорит, не качается. Надо было сразу купаться тогда. 6 тысяч экспы за команда Легиона, а деньги все еще проигрывает. Ну. Сломанный мид тоже сказывается. Вот они, деньги. Папе тут неплохие вещи, сейчас еще посмотрим, что он возьмет. Какой-нибудь Сайленс бы не помешал ему. Или какой-нибудь Рохекс. Да и Генжуры тоже очень нужны. В принципе, что бы Папе не купил, все войдет хорошо. Будь то Сатан, будь то Генжуры. Там слишком много антивардов с собой носят. Не, значит, но Генжуры смысл, хорошо, что контроль, замедлило есть и дамаг там. Но если они будут раз... Повезло, конечно, быстро, да. Ваншотнули, можно сказать. То есть 2000 хп упало с такой скоростью. У Манкюны? Да. Да, да. В общем, махом. Фарон летел, Паппет бежал и... Ну там, конечно, всех инженер очень хорошо подловил, когда ульту поставил. Там просто все залетели, кроме Рапсоди одной, который начал в танке проход кастовать. Перекрыл, то есть им никак не пройти, не выйти. Рапсоди поднялась после этого замеса. ГПМ в соточку вышел. Соточка. Один март в минуту. А в Солстис там пляшет что-то. Ну сейчас уже на самом деле Хеллборн надо поаккуратнее себя вести, как бы токен все-таки на Легионе. Легиону нужно идти вперед сейчас. Им нужно ломать. Да. Ну, я не знаю, Паппет мог бы пойти доломать верхнюю вышку хотя бы. Да, Т1 стоит еще. Он что-то собрал этот инвиз, ничего не делает. Генжур вышел. Не, ну не как совсем. Таковой всем бы можно было туда командой пойти. Не совсем хорошее дефорс решение сейчас. Лучше бы байбек оставил. Тоже... Ну, у него... он, видимо, ну, хочет в банк пойти. И ты хочешь максимум токен реализовать. Сейчас еще ТД Паппет поднимет. ТД. Ну, забираешь их. Ну, ей Солтиса ловят. Нет. Хеллборн понимает, что происходит. Паппет идет, сейчас его могут поймать. Нет. Паппет в инвизии тут бежит. С ДД. Очень. Ну, ах, что, не увидел мортира, что ли? Сейчас мортира скроется, Солтис на него. Что это было? Ну, что же, развернись же. Что? Что у вас происходит у Паппета в голове? Я не знаю, он умрет сейчас, просто умрет. Он просто отдал этот токен. Еще Шранкин прожал. Он еще Шранкин прожал. Боже, что происходит? Он сейчас умрет, да. Он... Боже, Солтис. А что делает Солтис? Ой. Что делает Паппета? И пришла Рапса пришла. Ну это 5 в 0 с учетом токена и с учетом того, что Паппет проиграл только что эту игру. Это 6-0 просто. 6-0 он просто пробежал мимо мортира, пробежал мимо Мунки, хотя мимо Мунку подсветили. Мимо Мэддона пробежал, который тоже сзади обходил его. Вообще, сжал БКБ, на ласт токене ХП нажал Шанкин и умер. Появился, знаю, без Шанкина. Он именно был нацелен законтролить Мунку, там, пацаны, сейчас законтролить, подожди, да, и тут бац, и умер. Да, и поэтому он ударил в крипов, да? Типа, крипы бегут, блин, за фармили. Стал бы Шранкин, там была совсем другая война была. Да, как таковой можно было и не идти вперед, ему скормить кого-нибудь другого. Он видел же этого мортира, почему он первым его не привязал? Ну там с ДД бы он был, ну, 2-3 тыки, там, с инвизом. Тем более, некому было захилиться. Все, убил бы он этого мортира, все. А ему просто сломали Т1, Т2. Т2 бы тоже сломали. Потому что там не отхилился бы никто бы. Мортир бы никого не спас, что он мертвым был. Не знаю, Паппет понимает, не понимает сейчас свою ошибку. Вот это самое главное. Учится ли он на ошибках? Ну, чисто теоретически, конечно, шанс еще есть. Ой, Мэдман покупает Саваж. Ну, шанс ничтожный, но... У Мэдмана Саваж. Да, блин. И теперь шанс еще меньше. Мэдман, Мэдман будет выдавать такой дымаш. Такой контроль будет. Фурону есть с сотым. Был в прошлом замесе или нет? Мунка, кстати, Лугу купила. Странное решение. От кого? Нет,
наоборот. Не, правильно, правильно, чтобы не контролировал. Правильно, Папи-то? Да, Папи, чтобы успеть прожать Шанкин. Ну да, там, в принципе, да. Папи, если второй скилл даст, в прошлый раз по Тауру Мэдмана сильно нарезала. Сейчас уже Хеллборн идет в лес вражеский в атаку. Мунка прям первая прется. Ну, смотрите, фармит, просто стакает себе вражеские леса. Ну, тоже просто полная доминация карты. Потому что, да, у них два лайна пропущены, им приходится постоянно быть на базе, чтобы дефить. Тут, кстати, такой бардецкий интересный. Вот, Мортира прям, прям вот видит хайграунд полностью. Да. Ну, ребята, видно, идут в контрапуш уже все снизу, только Пэтблс там сзади догоняет своих. Кстати, ребра на нем уже тоже есть. Но это уже очень-очень имба большая. Есть а ВБХ на Мунке, есть ВБХ на Пэтблсе. В принципе, даже если они сейчас проиграют этот файт, ничего не изменится. Ну, чтобы проиграть, ну, вообще эту игру, надо файта 2-3 слить. Смотрите, как Солтис позиционировал. Сейчас просто Солтис моментально умирает. Солтис пытается даже ульту еще раскатать, но ничего не уходит. Мэдман сбил МКБ ульту. Ну, МКБ и баш, но слишком большой контроль. Папи тут пытается раздавать. Папи пытается убить иллюзии и Мунки. По-моему, больше получает, чем раздает. Ну, дамажит, в принципе, прилично. Сейчас Пэблс на все-таки отъедет. Есть тыка. А тут уже но все, тем, это все параметры. Да, кормы все так и не сдаются. Ну, не верят. Хотя они с базы просто уже выйти не смогут. Крипы. Ну, всякое бывает в этой жизни. Я знаю сам. Нужно Мунку забирать. Ну, добей Мортира, да добей Мортира, что? Что ты делаешь? Если правильно, Мунку решил. Так Мортира может захилить ее. Нужно было бы убрать. Редкая рачина. Психо. Что началось? О, Мунквина. Рейдж байбэк. Там уже терять нечего, как такое, трех линий нету. Тэпнулся, чтобы... Тэпнулся на крипа, чтобы зафармить. Даже без стака. Он потом стак горел, то что он все забирать будет, стак у него. Мне крипы сейчас просто баблсы уничтожат. Ну, судя по игре, как бы неплохо впишется сюда сейчас команда Рейс в Сильвер. Есть у нее кое-какие шансы. Глядишь, и в гол попадет. Команды Санс сейчас нету, которая без поражения играет в Сильвере. Ну, там есть типа команда какая-нибудь, Дрон, я не знаю. Ставят сейчас куклу, ну, минус 0-2 их. Они игнорируют ульту инженера вообще, не чтобы сделать по удару там, или чтобы... Покупает сатаник. Папит. Да, папе. Минусанули Мунку, и вот она сделала этот рейдж байбек и. Все, нету ни голды, ничего. Да, так-то могут подраться пойти. Они могут мид пронести сейчас. Ну там бедный Солтис. Очень больно крипы по нему режут. Очень больно. Не выдерживает напряжение. Без бусола. Ну нет, там... базу-то надо дефить, база рушится. Ну там Bubbles типа. Bubbles не справляется. Bubbles не справится с таким наплывом крипов. Конечно, не справится. 100 урон у каждого. Так 1270 хп еще. Ой, там еще и Солстис умер. Ну сейчас просто будет нести барак. Что делает Папи? Тэпайся на мой и все. Ой-ой-ой, баш с первым ударом. Да все, это ГГВП просто. ГГВП было, когда сломали вторую линию. Когда сломали третью линию, сомнений просто не осталось. Ой, стой. А сейчас их тем более нет. Рамс пожертвовал с собой эти Bubbles. Да, печально. Это было смешно. Все еще старается Bubbles достановить. Вот так вот. Вот такой конец. А, один файт просто.
Но не желает сдаваться команда Легиона, они никогда не сдаются кормы, всегда до конца. До конца. И Bubbles получает возлюбленная Конгара. И Силач. Силач, ну, молодец. Что это с психой такое случилось-то? Ну вот так вот, на этом мы заканчиваем. Команда Race побеждает у нас и стартует тем самым Silver Division. Стартовая победа, ну что, пожелаем ему удачи и новых побед. Кармам, разумеется, не расслабляться, работать, работать и работать. Все, игр больше не будет? Игр сегодня больше не будет, игры будут завтра. В общем, всем пока. До свидания!